ты теперь новый хранитель Луны. Что? Он? Обдурил самого Лиюна, синий крысеныш. Извините, я же не специально. Он может разрушить гармонию на планете. И тебе придется разбираться с тем, что он натворит. Солнце! Кто-то украл солнце! А? Что? Я не виноват, я... Нет? Что, не ты в храме Луны устроил, Родео? У каждого хранителя свой стиль. А я пока над своим стилем старательно работаю. Найти солнце и спасти планету. Я стал хранителем случайно, но вы же были настоящим. Помогите нам! Смотрите, как запел! С чем еще столкнется юный Мьюн? Друзья, простите, я никому не желал зла. Но причинил его. Кто верный друг, а кто враг? Нам пора планету спасать! Гони! Но! Хранитель Луны. Смотрите в субботу на Беларусь 2.